Похоже, в будущем ключи перестанут звенеть в карманах и сумках продвинутых горожан. Компания Apigee разработала любопытное устройство. Оно подключается к засову двери и работает в связке с мобильным приложением. Вернувшемуся домой хозяину достаточно лишь провести пальцем по экрану смартфона, чтобы открыть замок. Это Точнее.ру. Добро пожаловать на наш сайт. Многие знают, как с помощью веб-сервиса Яндекс.Пробки можно следить за состоянием движения на дорогах. Но подобные сервисы способны создавать не только именитые IT-гиганты. Тюмень.Гортранс запустил интернет-сервис, позволяющий отслеживать пробки на дорогах. Он доступен на сайте управления tgt72.ru. Данные, отображаемые на карте, поступают с приборов ГЛОНАСС, которые установлены на общественном транспорте. Пользователь может оценивать дорожную ситуацию за последние 20 минут, сообщается на сайте megathuman.ru. Места пробок представлены тремя цветами, каждому из которых соответствует скорость движения. Так, желтый цвет означает, что поток движется со скоростью до 35 км в час, красный – до 10 км в час, а зеленый – более 35. Кроме того, виджет-сервис поможет получать данные от ДТП, а также будет полезен при регулировке светофоров. Пока интервал обновления карты пробок отследить проблематично, но в скором времени, как пообещали в Тюмень.Гортрансе, он существенно сократится. А спонсор программы Точнее.ру – компания, чей опыт оценили тысячи тюменцев. Натяжные потолки Flex Decor. Flex Decor сэкономит ваше время и бюджет. Натяжные потолки на любой вкус, для любого кошелька. Каждому заказчику подарок. 418370. Приглашаем к сотрудничеству дилеров. Flex Decor. 797-151. Если бы компьютерные устройства делали на уроках труда, то выглядели бы они примерно так же, как Ori Wooden Keyboard. Деревянная клавиатура, которая к тому же еще и работает. Необычный гаджет изготавливается из одного куска дерева, клена или ореха. Делается это для того, чтобы рисунок на клавишах и корпусе не отличался. Ori Wooden Keyboard доступен в вариантах для Windows и macOS. А заказать устройство можно за $125, сообщается на сайте gadgetblog.ru. Там же есть информация о еще одном необычном девайсе – перчатках Hi-Cal. Наконец-то в зимний морозный день не нужно будет доставать из кармана телефон. Ведь перчатки подключаются к мобильнику с помощью Bluetooth и имеют микрофон и динамик, спрятанные в пальцах. Уж в северных странах, которым можно отнести и Россию, такому гаджету должны быть рады. Вот только прохожий, увидев, как человек разговаривает в перчаток, может подумать, что у того нет мобильника, но он очень сильно хотел бы его иметь. 7 октября на канале «Тюменское время» состоялась премьера программы «Хэштег». Проект, ориентированный на активных интернет-пользователей, юзеров, блогеров и прочих обитателей виртуальных сетей, будет выходить еженедельно по воскресеньям. Но главная особенность новой программы в том, что процесс ее записи можно наблюдать в интернете по четвергам на сайте «Вслух.ру». Более того, пользователи могут отправлять комментарии в режиме онлайн с помощью аккаунтов во ВКонтакте, в Твиттере и на Фейсбуке. Первый выпуск хэштега показал, что юзеры готовы принимать в ней активное участие. От зрителей, наблюдавших за программой в прямом эфире, было получено более сотни комментов. Спонсор программы Точнее.ру – компания Flex Decor. Натяжные потолки на любой вкус и для любого кошелька.